буквально недавно мы обсуждали вопиющий случай, когда больных людей, инвалидов перевозили на машинах, овощевозках, с бельем для стирки из районов Саратовской области. Это было и в Дергачах, и в Красном Куте. Еще раз подчеркиваю, ко мне обращались люди, говорят, что такое происходит и в Петровске, и в Озинках. В этой связи, обсудив вопрос с губернатором, нашли решение о выделении 40 миллионов на закупку современных автомобилей скорой помощи. Это нам позволит закупить 13 автомобилей. А также обсудили вопрос с министром здравоохранения Российской Федерации, с Вероникой Валерьевной Скворцовой, с тем, чтобы максимально помочь Саратовской области и закрыть необходимую потребность в автомобилях скорой помощи. Мы договорились, что сделаем для того, чтобы у нас, во-первых, на смену УАЗикам в районах пришли «Газели», более комфортабельные и более приспособленные для того, чтобы перевозить больных на далекие расстояния. Говоря об этом, хочу подчеркнуть, что такая же тема звучала в Перелюбе, а Перелюб – самый удаленный район Саратовской области, почти 400 километров до Саратова. Поэтому хочется, чтобы, когда решение будет приниматься о распределении этих машин, в первую очередь учли районы наиболее отдаленные и те, которые требуют вот такой поддержки, такого решения. Прошу вас подключиться к вопросу контроля и через обратную связь, через наш паблик рассказать, если такие машины поступят, и вы увидите изменения к лучшему, либо, не дай бог, если все останется по-прежнему, тогда нам нужно будет к этому вновь вернуться и сделать все для того, чтобы ситуация поменялась. Многое зависит от нас. Если мы хотим менять мир, давайте начнем с себя. Но я это, в первую очередь, адресую тем, от кого многое зависит. От главных врачей, от глав районов, министров Саратовской области. И, безусловно, адресую это к себе.